Сейчас предупреждение выходит с нулевой.
все, замечание стало за вас просто первым предупреждением. Если надо, то нет, сейчас так же, мы сразу даем второе предупреждение с одним баллом. Запрещенный прием. За все захваты мы даем, и пальцы, то есть мы даем просто предупреждение. Ну, очередной, то есть надо. Сразу балл, сразу балл. Запрещенный прием, ничего не поменялось. Мы даем предупреждение с баллом, повторный прием, запрещенный прием. Это дисквалификация со схватом. То есть тут не важно, как он прием. Значит, соответственно. Так, это по таким изменениям. Теперь, что у нас изменилось по броскам? Вот это самое интересное сейчас у нас будет. Броски, перекаты. Я сейчас читаю формулировку перекат. Давайте мы сейчас перед темой бросов, перекатов, можно тему, сейчас 3-5 минут перерыва сделаем. Туалет сходить, еще что-то мы пришли домой. Мы продолжим, а то, если мы сейчас начнем, мы потом долго уйдем. За 5 минут перерыв, до туалета. А вот Гусаров говорил такая ситуация, что вы берете на ключ, вот вы взяли, он на коленях стоит, и люди стали автоматом подскакивать и как бы принуждая себя через голову бросить. Просто, чтобы заряд, 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 чтобы заря
Его он садятся, встает, умеется, садится. Вот, конкретный пример.